Здравствуйте, с вами Андрюха. Китайская машина Шаман. Проблема какая? Машина не заводится, стартер не крутит. Приборная панель показывает температуру 120 градусов. Сейчас вам покажу, где ребята там без меня уже пробовали восстанавливать. Вот здесь были жгуты перетерты. Они все сделали. Проблем больше не нашли. Я когда, конечно, это увидел, я был в шоке. Думаю, мне тут делать нечего, но решил не сдаваться, все-таки покопаться в причине. Вот. Проверил все предохранители, каждый доставал прибором, прозвонил, все на месте. Точнее, не все целые. Дальше. Тут еще холодно, я еще приболевший такой, сегодня вообще не было желания никуда ехать. Честно говоря, ладно, показываю, в чем была фишка. Смотрите. Здесь плюс есть, идет вот от этой шины красной. А здесь плюса нет. Ставлю перемычку сюда, машина заводится, все отлично работает, и температура падает. Что делал? Сюда подключал кабель трекер. Ну, я его нюхач называю, нюхает провода. Начали искать, куда идет у нас вот этот черный проводок. Полазили под машиной, вызвонили. Вызвонили. Да, вызвонили вот сюда. Идет какой-то из этих трех, уже не помню. Откручиваем фишку. Там провалился пин. Просто пин провалился, и машина встала. Такая техника, ребята. Ну, на поиски ушло, наверное, часа два где-то. В принципе, не сильно много, конечно. Если учесть, что некоторые машины по полгода чинятся. Ну, я не думал, что получится сделать. Как-то не уверен был, но все-таки все получилось. Значит, плюс в карму, в репутацию, да и финансовое вознаграждение возьму какое-то сейчас. Так что все, всем пока-пока, удачных ремонтов.